Друзья, всем привет! Сергей, канал Домовенок. Насобиралась у меня куча дисков затупившихся. Есть у меня алмазная чашка. Но, правда, нету приспособы, чтобы фиксировать при заточке диск. Поэтому решил показать и попробовать сделать это без каретки. Точить буду фронтальную вот эту плоскость диска. А что для этого нужно? Нужно зафиксировать. То есть у вас стоит алмаз, алмазная чашка. Под нужным углом фиксируется либо эта чашка, либо сам диск. И подается на алмазную чашку. Я буду наклонять не сам диск, а алмазную чашку. Алмазную чашку установлю в циркулярную пилу, которая в столе находится, и буду таким образом производить заточку. Установил чашку алмазную, циркулярку. В чашке посадка на 32, в циркулярке на 30. Берете миллиметровую проволоку, в принципе любую, но лучше, конечно, стальную. Изгибаете колечко, откусываете и вставляете между посадочной шайбой на циркулярке, ну и тарелкой, и все, она хорошо садится. Все диски имеют вот эти разные наклон заточки. Допустим, на дисках Атака там угол достаточно велик, порядка 7-8 градусов. У этих, ну, тут точно не замеришь, но градуса полтора, ну, может, два здесь присутствует. Я воспользуюсь электронным наклономером, поставил на поверхность пилы, обнулил. Практически все циркулярки имеют немножко свойство обратно отклоняться, то есть они наклоняются всегда в одну сторону на 45 градусов, ну и также присутствует немножко люфт в обратную сторону. Вот как раз этот наклон нам и выгоден. 87,4 градуса, то есть отнимаем от 90, получаем 1,6 градуса. То есть сейчас он отклонен в эту сторону на 1,6 градуса приблизительно. Затачиваемую плоскость, а мы точим вот эти передние плоскости зубьев, очищаем от нагара, от смолы любым доступным способом, потому что если будет нагар, смола, то вы просто засрете алмазный диск, алмазную чашку. Эту сторону я пока не чистил, она не будет касаться, но потом обязательно ее также почистить. Это уменьшит силу трения и легче будет пилить. Далее отмечаем через один маркером метки. То есть у нас один зубчик наклонен в одну сторону, следующий в другую. И по этим меткам будем ориентироваться. Я сейчас, наверное, вначале разъясню. Я в будущем, конечно, каретку себе сделаю. Но пока расскажу, как я обхожусь без нее. Смотрим, когда в таком положении у нас острый кончик направлен к столу. Вот у меня уже все выставлено. Я параллельным упором отрегулировал вот этот угол. Ничего не замерял, просто положил диск, посмотрел, чтобы зубчик плотно прилег к алмазной чашке. Ошибся на полградуса, ну ошибся, но я думаю, нет. И все, такими движениями через один затачиваю половину зубьев.
Все, одну половину прошел. Я специально так установил камеру, чтобы вы могли лицезреть, как это происходит. Сейчас на выключенном еще раз расскажу. Я завожу вот в этот межзубовой карман. Вот так завожу. И дальше, как бы прокручивая, у меня вот здесь зубчики упираются в упор. А этой рукой я подвожу, и у меня получается касание. Приблизительно задаю равное усилие. И по времени, ну, допустим, там секунду-две, приблизительно одинаково каждый зуб держишь, чтобы не сточить какой-то больше. Нет, на камеру плохо видно. Лучше, наверное, в конце на фотоаппарат макросъемку сделаю. Все, теперь нашу чашку отклоняем в обратную сторону на этих же 1,6 градуса. Наклонил обратно, перепроверяю, не нужно ли двигать нам наш упор, но навряд ли. Все, продолжаем также точить. Не путаем, мы точили с метками, теперь без меток. Конечно же, правильнее все это дело делать в специальной каретке. То есть диск не так по столу возюкать, а положил на каретку, где уже есть регулируемая посадка под этот диск. И просто двигая, переворачивая диск, производить заточку. Ну, как первоначально и, допустим, на скорую руку пойдет, я сейчас заточил 3 своих тупых диска. Отложу, теперь мне потребность покупки отпадает. Ну, на сегодня у меня все, друзья. До скорой встречи. Пока.